Топ-5 фактов о крушении батискафа «Титан». Поехали. Крушение батискафа «Титан» произошло 18 июня 2023 года. Батискаф «Титан» пропал без вести после очередного погружения к обломкам лайнера «Титаник». На борту батискафа находились 5 человек, включая 3 туристов. Король Великобритании Карл III называл Шахзада Давуда своим близким другом и просил докладывать обо всех новостях, связанных с поисками батискафа. Спустя 3 дня после начала поисково-спасательной операции в 488 метрах от носовой части «Титаника» были обнаружены обломки батискафа. Найдена опорная рама, на которую крепился корпус, и заостренная конечность легкого внешнего корпуса.